Ну и перед началом ролика реклама. У меня появилась новая группа MineArk. Здесь я продаю аккаунты по низким ценам на сервере Dexland. То есть вы можете здесь купить аккаунты дешевле, чем на самом сервере. Ну, то есть привилегии. Все честно и без обмана. Ссылка есть в описании. Переходите и покупайте. Ну а мы продолжаем. И всем привет, с вами я, Эндрио, вы на канале Супер ТНТ. В сегодняшнем ролике я вам расскажу и покажу, как скачать геймплей для вашего ролика. Ну а перед началом ролика, как всегда, все ваши лучшие комментарии с хорошими отзывами, которые видите сейчас на экране. Ну а чтобы ваш комментарий попал в мой ролик, вы должны поставить лайк, подписаться на мой канал, нажать на колокольчик, ну и конечно же написать положительный комментарий с хорошим отзывом о моем ролике. Ну а я желаю вам приятного просмотра! Ну и как вы поняли по названию ролика, сегодня я вам покажу и расскажу, как скачать геймплей для своего ролика. Ну и первое, конечно, что вы должны сделать, это зайти в YouTube. И в YouTube вы должны вписать вот такую вот фразу на английском. Free to use gameplay. Я уже это много раз вводил. Вот. Можете сейчас остановить видео и записать это. Если что, в описании и в комментариях я оставлю название, которое нужно писать. Ну вот эту вот саму надпись, чтобы найти геймплей. Дальше мы переходим в фильтры и указываем за этот месяц, чтобы находить свежие геймплеи. Допустим, нам понравился, ну вот этот самый первый геймплей. Какая-то игра, я даже не знаю, что это за игра, и ну просто так, давайте чисто по приколу мы ее как раз таки и скачаем, этот геймплей. Так, кстати, что такое геймплей? Геймплей — это вот просто как играет какой-то человек, но уже в хорошем более-менее качестве и в хорошем там, ну, в FPS хорошем и все такое. Чтобы геймплей был наилучшего качества. Дальше мы берем, нажимаем на кнопку поделиться и копирую ссылку. И также мы сейчас переходим на такой сайт, чтобы скачать как раз таки это видео, Save From. У меня уже скачано расширение, вот оно. И на этом сайте мы как раз таки скачиваем. Ссылка, если что, на этот сайт будет в описании. И при переходе по ссылке вы должны нажать на «Разрешить уведомление». И у вас тогда этот сайт откроется. А если вы не нажмете, то он у вас не откроется. Все, сюда мы вставляем ссылку на видео. Вот, давайте вот так вот мы сейчас ставим ее и нажимаем. Все, готово. Вот наше видео. 720p качество тут есть, да? Как мы видим. Какой-то сайт еще открылся. Так, вот, смотрите. Нажимаете. И вот вы видите, тут два вида качества. Полностью со звуком. Если со звуком, то 720p только. Если без звука, то 1080p на 60. Ну, вам как раз таки нужно и без звука, чтобы было это видео. Потому что вы и так будете убирать звук, а это получается вы уже будете качать. И вам не нужно будет ничего такого уже делать. Ну и в принципе все. Ну и перед концом ролика хочу сказать то, что вчера у меня вышел старый ролик. Да, он был в ограниченном доступе, и я его поставил в открытый доступ, поэтому он теперь на первом месте. Да, я знаю, зря я это сделал, ну что уж поделаешь. Что случилось, то случилось. Если хотите, можете смотреть мой старый видос. Вот в подсказках сейчас можете увидеть его и, в принципе, посмотреть. Ну, и это, в принципе, все, что я хотел сказать. Да, также, если вы хотите,
подавайте мне идеи для роликов, вообще любые, какие хотите, чтобы у меня было больше идей для роликов, потому что я тоже думаю, какие идеи мне для роликов снимать, потому что компьютер я еще не собрал, и идей вообще мало на этом ноутбуке что-то вообще снимать. Поэтому обязательно подавайте свои идеи. Ну, а это, в принципе, все, что я хотел вам сказать. С вами был я, Эндрю, вы были на канале Супер ТНТ. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачи и всем пока!